Молодь, выбирая здоровье. Акции с такой назвой столичные студенты отзначили день борьбы со СНИДом. Представники ЮНИСЕФ и компании ЮНАЙТ, которые занимаются проблемой хворобы сирот молоди, выступили перед студентами Института сучасных ведов имя Широкова. Молодым людям пропоновали сдать экспресс-тест на ВИЧ одразу в институте. Процедура займает всего 20 хвилин. Студенты же в свою шаргу выступили с тематичными номерами, показали гостям социальный видеоролик на тему необъяковости до проблемы СНИДу. Наша профессия говорит, и когда нас слышат, мы, видимо, говорим громче, нас слышат, и ребята понимают, что мы говорим на понятном для них языке. Они спокойно сейчас идут сдавать тесты, они расскажут своим коллегам, они расскажут своим одноклассникам, своим ребятам во дворе. И вот вся эта волна будет шириться, пусть каждый знает свой статус. В республике где-то больше 19 тысяч зарегистрированных ВИЧ-СПИДом. Мировая практика показывает, что где-то от 40 до 50% не зарегистрируется. Наука сейчас пошла очень вперед, поэтому есть миллионы людей, живут и полноценную жизнь ведут, принимая лекарства. До речи, в Беларуси 50% людей хворых на СНИД – молодь. Для диагностики вируса иммунодефициту в столице працуе полсотни клиничных центров для подлетков и молоди. Специалисты бесплатно и анонимно проводят все необходимые тесты и консультуют.